Когда к нам приезжают русские тигры, а бегут как кадыровские... Кадыровцы, воюющие в составе российских оккупационных войск, в очередной раз потерпели поражение в Украине. Они бросили военную технику и бежали с поля боя. Когда к нам приезжают русские тигры, а бегут как кадыровские щенки домой, они оставляют нам вот такие вот трофеи, которые мы прекрасно можем... и на которых мы едем их ловить и затусовывать. Сало, Дон, скоро приедем за тобой. Слава Украине! Командир Архангела Михайло, Моня, отжал у чеченцев тигра. Красавчик, просто красавчик. Миша, чеченцам привет передай, Миша. Дон, пригони мне еще машину. Мне не на чем ездить, будет.